сегодня на базе Евангельской церкви «Река жизни» города Мозыря происходило замечательное мероприятие, посвященное рождественским праздникам, а именно празднику Рождества Христова. Это мероприятие проходит ежегодно на базе этой церкви с участием христианской миссии «Самарянский кошелек». Цель миссии – это чтобы каждый ребенок на земле смог почувствовать праздник в день рождения нашего Спасителя и получить в руки подарок. Эти подарки собираются семьями в разных уголках земли. Это небольшие коробочки, в которые кладутся предметы первой необходимости, а также какие-то сладости, что могло бы порадовать малышей по всей земле. Творец миров живет во мне, помоги, Творец, Твоей хранение Тебя прославить Твоей большой семье. Мы приглашали детей из многодетных семей, приемных детей, а также детей, попавших в социально опасное положение. Они побывали в атмосфере праздника, они услышали благую весть, они узнали, что же такое Рождество. Силами церкви был организован замечательный праздник, викторина, а также в конце были вручены эти подарки. Она мне маленькая. А ты на мочи на день будет, как высохнет и будет. Как раз. Бабушка, ты издеваешься? Эта Танька с нее выросла, и выбросить жалко было. А что за золотое правило? Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так и поступайте с ними. Выходит, это мне поломанная ручка сломательная откликается. Выходит так. Я думаю, цель была достигнута в этот день, потому что нам удалось рассказать истинный смысл Рождества. Нам удалось донести благую весть о рождении Спасителя как детям, так и их родителям, которые присутствовали на этом празднике. И этот праздник, и эта миссия, эти подарки – это такой замечательный способ разрушить какие-то барьеры и преграды для того, чтобы доносить эту весть людям, для того, чтобы разрушить какие-то препятствия для общения, для того, чтобы стать ближе. Господь трудился 6 дней и отдыхал один день. А сколько всего дней? 7! Действительно, живем непростое время, и иногда, кажется, почва уходит из-под ног. Но именно рождественский праздник дарит нам надежду, надежду на спасение, надежду на лучшую жизнь, на лучшее будущее. И я всех вас поздравляю и желаю вам как много больше любви, веры и надежды. Не теряйте ее.